Зима в удачный опять пришла неожиданно. В первую очередь для коммунальных служб и подрядных организаций, отвечающих за состояние дорог. Практически неделю пешеходам пришлось не ходить, а скользить. Да и ездить было далеко не безопасно. Почему так неоперативно сработали коммунальные службы и что сделать для того, чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторялась, узнавала Ирина Балкова. Коммунальные службы не работают. Стараюсь лишний раз не выходить из дома. Вот что говорят возмущенные жители. Идешь по ступенькам, там вообще вот на почте вообще выходить невозможно. Поэтому я отрицательно отношусь к этому. Ну вот иду тихонько, смотрю. Кто виноват в сложившейся ситуации? Какие подрядные организации несут ответственность за содержание дорог, тротуаров и придомовых территорий в городе? Ответы на эти вопросы мы попытались найти в администрации Удачного. Обслуживающими организациями у нас являются, значит, по автомобильным дорогам это ООО «Айхал-сервис». Значит, содержат его в летние и зимние периоды, эти дороги. Проводят мелкие ремонты, в том числе поливка в летний период и в зимний, естественно, это подсыпка. По тротуарам и площадям непосредственно занимается у нас муниципальное унитарное предприятие УППМХ. А дворовые территории, ну это уже закон жизни, это обслуживающая организация, это наше муниципальное предприятие УПЖХ. В настоящий момент местами произведена отсыпка. Проезжие части уже не блестят ото льда. Ездить и ходить стало безопаснее. Но надолго ли? Хочется надеяться, что при повторении подобной ситуации виновные понесут ответственность и будут строго наказаны. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».